Всем привет. Приехал тачку смотреть. Сейчас покажу вам. Удивитесь, не знаю, как люди машины продают. Просто чувак уже продает 2 месяца машину. Уже зима у нас, что? Январь, считай, середина. На летней резине машину продает. Премку. Сейчас покажу, как все это выглядит. Сейчас только найду, как камеру переключить. Разобрался, как камеру переключить. Вот сейчас смотрите, что будет. Вот так люди тачки продают. Опа! Прикинь, ты приехал машину покупать. Премка. Вроде все нравится. Приезжаешь, а тут такая засада. Она просто вросла в сугроб. Просто вот как. Продает чувак. Говорит, машина дочки. Никто не берет. Синела, короче. Не знаю, что сейчас. Пойдем посмотрим, может заберем. Не знаю, как такие. Но. На летней резине январь месяц. Тут немного дымит, трубы у него выскакивают. Фонарь надо сразу двушку готовить. Короче, маленько желтая она. Вот такие будни, рабочие будни автодилеров. Ну вот. Так-то вид есть вроде. Не знаю, тоже звоню, говорю, что посмотреть, где он, там-то, там-то. Сейчас приехал, звоню, он говорит, так, а я на работе буду вечером только. Я говорю, понял, вот смотрим сразу лобовое. Китайское стоит, полоса наверху синяя, это первый признак китайского стекла. Лобовое менять сразу, все, убитое. Соски покрасили в белый цвет, тоже видно, что печаль. Ладно, что. Буду мерить толщиком. Вон шпакля. Видно так, что она по саке нормально получала. Не знаю, вот тут тоже что-то льют или что. В принципе, этот год, ремка 99-го года. Мотор ходовой 7А. Самый основной момент, это, короче, крыша. Сейчас крышу посмотрим, видно будет. Там чувак что-то приехал. На Короле. Дизель, походу. Ладно, все. Если покупать буду, потом увидеть. Купил, нет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Может быть, что-то подскажете. Все, всем мир. Показания толщик. Настойки вот здесь. Вот в этом месте. Ну, короче, можете даже не ездить. Время не тратить. Вся она. Поклеванные, везде крыша, все. На стойках везде есть шпакля. Вот здесь видно, вон просела шпаклевка. Короче, вся, не знаю, сотку предложу ему. За сотку отдаст, заберу. Там заднее левое крыло вообще кривое. Ладно, будем прощаться. Вот так работаем, ездим, смотрим. Что люди продают. Конечно, надо же, вот как ее так продать? В сугробе стоит. Надо хотя бы на зимнюю резину поставить, может. Кто-нибудь под такси бы приехал, забрал. А вот так, ну, кому, что? Колесики кайфовые. Мне бы пошли. Вот моя, кстати, стоит премочка. На ней я движу. Движу по городу. Ладно, что, ребята, давайте. Будем дальше работать. Всем мир, подписывайтесь на канал, комментируйте. Еще раз говорю, не забывайте подписываться, ставить лайки. Комментировать.